Кто тут хотел освежиться? А, нет, нет! Чего? Да я подумала, ты меня воду хочешь затащить. Ой. Ждешь от меня постоянно какого-то подвоха. Ну, а ты от меня как будто не ждешь. А я не знаю, чего тебя ждать. Все как-то нереально. Кажется, закроешь глаза, и ничего нет, и тебя нет. Ну, закрой. Ничего не исчезло? Как-то непонятно, надо еще раз попробовать. Нормально вы тут? На тренировку сегодня собираетесь? А что надо? Ну как? Чтобы отряд не посрамить перед соседями. Нас для чего в Сочи перевели? Чтоб ты тут подзагорел? Ну. Владимир Александрович, капитан Грек сейчас на задании. Угу. Крайне важно. Угу. Это, между прочим, командир говорит. Понял, товарищ майор. Иди, иди, дяденька. Так, что там с заданием? Вечером? Да. Зайди за мной в офис, ладно? Хорошо. Слышь, еще раз мою сестру тронешь пальцем, я тебя найду, понял меня? Дурак, что ли? Я женюсь на ней. Женюсь, ага, невеста твоя в собесе, а Каньки, чтобы на километр не подходил, понял? В базе МЧС в городе Сочи проходит совместная тренировка двух отрядов. Запомните этих героев. Так, отряд 3215 под управлением майора Дронова. Поблагодарить. Машка, прекращай. Стоп, переходим. Стажер Софья Кружко. Лейтенант Дмитрий Фомин. Цирк с конями. Старший лейтенант Ашот Алабян. И капитан Игорь Касацкий. И новый отряд 3247. Красавцы все как один. Да уж, не отряд, а целая дивизия. Все, Маш, прекращай, неудобно даже. Да ладно, хорош тебе, не трогай дочь, пусть тоже тренируется. Хорошо, Саидыч не видит этого реалити-шоу. Запомните этих героев. Они рискуют собой, спасая жизни людей. Разрешите? Вперед! В отряде 3247 пополнение. Начали!
мамочки, это что ж такое? Вроде внутри что-то грохнуло. На взрыв было похоже. Это что вы стоите? Ну, заходите, ну. Мы пытались. Что-то изнутри заблокировано. Что значит заблокировано? Рустам! Толик! Эй, вы там? Толь, у меня телефон разбит. Два отряда спасателей плечом к плечу встречают любую опасность. Ашот, заканчивай дурака валять. В ожидании боевой тревоги два отряда спасателей неустанно тренируют силу воли и мускулов. Стоп, построились. Машка, еще раз заикнешься про боевую тревогу, ты же знаешь, это святое. Маш, ну правда накаркаешь? Кто будет смотреть такой репортаж? А вот будут. У меня уже 40 подписчиков. Старший лейтенант Семечкин, скажите, какое упражнение вам дается труднее всего? Любое. Капитан Касацкий, расскажите, сколько вы тренируетесь, чтобы держать себя в такой отличной форме? Генетика хорошая. Да, Грек? Терпение и труд. А Семечкин, кстати, боец перспективный. Виталий, слышите? Что у вас случилось? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. У мамочки. Стажер Семечкин прибыл. Ты разве тоже стажер? А, вообще-то я уже не стажер. Это я по привычке. А ты кинолог здесь, да? Нет, но, может, стану потом. Я в МЧС без году неделя. И этот у меня такой же дурак. Ну почему сразу дурак? Еще научится всему. А ты вообще молодец. Я бы с тобой даже с радостью на задание бы съездил. Команда мечты. Пузырь, давай мастер-класс. Лови. Молодец, дай. Молодец, молодец. Вызов у нас. Пожар на складе. Кружко, поедешь в группе капитана Грека. Есть. Бегом. А где Фомин? Товарищ майор, может, не надо всех наших к этому Греку? Генерал велел, чтобы вы смешанными группами ездили. Когда ты поедешь, тебе, вон, Семечкина дадим. Подарочек. Меня Витя зовут. Там, походу, что-то рвануло. Позвони кому-нибудь, чтобы нас вытащили. Ты чего? Не трогай. Значит, из моих ты берешь только Фомина и Кружко? Врача возьмем на всякий случай, мало ли чего. Костя нас только завтра приедет. Ну, Саш! Маша! Возьмите меня тоже с собой, я не буду мешать, обещаю. Маш, ты здесь мешаешь? На пожаре уж тем более. Ну, мне для задания нужно. Пожалуйста. Мария! Отец запретил! Направо! Я тебе интервью дам, хочешь? И прославишься ты, Ашот, на все 40 подписчиков. Все, все готовы! Боевки по пути, поехали! Странно, что капитан Грек у них командует. Хотя Юлия майор. Говорят, она майор. Не настоящий.
Дим, оборудование. Все мы такие, работает МЧС. Дверь изнутри заперта? Вроде нет, но перекосил, и вон стена. Соня, раз принести. Сколько человек внутри? Трое. Там один вход. Два, но второй тоже заперт. Доктор, проверь. Димка, ищи щиток, вырубай электричество. Я покажу. Надо вот здесь отжать. Еще там подопрет, он сопля держится. Так, давай, отойди, а то не дай бог козырек поесть. В смысле, отойди? Вообще тоже спасатель на минуточку. Есть муж на час, а ты спасатель на минуточку. Отойди! Вообще-то там бабахнуло что-то, и очень сильно. Так, тем более, все на безопасное расстояние к спасательной машине. Бегом! Я хочу помочь, у меня там... Поможешь, поможешь. Дома щи варить. Давай. Отжимаю! Да, козырек конкретно дверь держит. Второй, там тоже завал. Дверь не поддается, и, знаешь, она такая уже нагретая. Юль, Дим, машину гоните, готовьте ребятку. А мне чем помочь? КамАЗ отгони, чтоб не мешал. Давай, давай! Эй, слышит меня кто? Заблокировано, очаг возгорания у дальней стены. Надо крышу проливать. У конструкции малый предел огнестойкости. Зарево 35, 35, 9, объявляю 1 бис. Все, мы ворота откроем, вам маякнем. Ты порвешь, дурак! Давай перетяну. Ты пошел ты! Да я-то пойду. Слышишь? Они там гремят. Дверь скрывают. Скоро меня спасут, и я на Ане женюсь. Ты нам не помешаешь. Потому что умрешь от потери крови. Давай, 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 давай. Бестолочь. Машка, брысь! Я тебе... Давай, давай, давай! Все назад! Соня, в сторону! Давай! Подаем ствол на кровлю. И пока спасатели разбирают вход для того, чтобы пробраться внутрь, пожарные заливают крышу водой. Дима! Тебе самое опасное задание! Убери эту чуму!
Ладно, снизу ему видно, что крыша. А ну слезай! Тебе-то что, иди нафиг отсюда. Навернешься оттуда. Нам с тобой возиться некогда. Слезай, говорю. Там крыша дымит. Ты меня слышишь вообще? Там крыша дымит, пожарные вообще не видят, что туда вода не попадает. Все они видят, катись отсюда. Дальше не идет, не видно ни черта. Юль, посвети. Там мужик лежит. Он что ли упал, а? Нет, это лиса на погрузчик упали. Может придавить. Мужик, ты живой? Нет, дай гляну. Не двигается. Дотянуться не могу. Ну что ты сидишь, дебил? Давай разгребать. Бесполезно. Только хуже сделаем. Ты сейчас кому-то лучше делаешь. Сгорели мы тут. Говорил же. Сволочь. Все из-за тебя. Сейчас все обрушится, кабину стомнет. Все. Доктор, проверь. Дим, давай бензорез. Ага. Пусть есть. Как ваши дела? Заходить можно? Сейчас бедолагу вытащим и вас позовем. Капитан, у нас кровля горит. Лишние руки не помешают. Дим, Сонь, давайте на подмогу. Понял. Тут на полу вроде полегче. Совсем паршиво тебе, да? Ну потерпи, но не скоро. Так, сейчас. Терпи, а то я скажу, что брат у нее слабак. Нет! Вот. Все. Молодец. Ну, держи! Держи! Напрягитесь, парни! Юра, ты куда? Америна! Черт, не спускай нам, чему надо! Ты хочешь, чтобы их всех прижало, да? Поверхность охран нет! Уже черт! Давай! Давай! Стой, стой, стой! Дыма много, работать не сможешь! Давай за баллонами, бегом! Давай, давай! Юля! Долго, долго! Баллоны! Второй. Давление откуда? Сан, бочка полная, думаешь, что я держу? Так, все, потерпи, сейчас скину. Иду, иду. Я не могу. Сейчас. Три, четыре. Доктор, свободно! Девочка, ты наверх-то поднимешься? А может, лучше без него? Не может быть и речи. А если крыша провалится? Может, лучше я один? Нет. Боевая, вы там по центру пролейте и спускайтесь. А мы пойдем внутрь. Понял.
Маски! Маски наденьте, без масок не обслуживаем. Я как доктор говорю, понял? Согласен. Тебя как зовут-то? Не Федор я. Не Федор. А имя отчество есть? По фамилии короче. Ну, Иннокентий Ермолаевич я. Ну, не Федор, значит, не Федор. Путь свободен! Бедолага, не против! Давай. Давай, 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 давай. Принимай. Че, Филиппок, рукавом работать умеешь? Дим, я чему-то за полгода научилась все. И уж такие азбучные вещи я как-нибудь. Что, нет, это уже не азбука, а высший пилотаж? Но все-таки страховочку закрепить не помешает. Давай. Иди только по краю, середина всегда слабей. Знаю. Давай, давай, давай. Ага. Стой! Командир, передай СВД! Принимай! Я вторым номером пойду! Погнали! Угу. Цепляйся за крышу! Ну не получается у меня! Драги снимай! Давай! Пойдем дальше спасать. Ну, Грек с Юлей поехали, местная молодежь. Тебе-то чего там делать? Ах ты, неугомонный, а! Ну, если хочешь, смотайся. Я старика в больничку провожаю, да? Ладно, все, на связи. Че, переживает Саидович за цыпляток? Угу. Засиделся, видимо, на совещании у генерала. На пожаре отдохнуть хочет. Ты давай тоже, старик, там, в больничке, насколько возможно, отдохни от нас. Ага. Замотает меня там по процедурам всяким, ироды. Слушай, вы тут пузыря не обижаетесь? Ну, старик, я смотрю, тебе точно подлечиться нужно. Когда это мы пузыря-то обижали? Ну, вот видишь, как я. Только приехал, сразу же к пульмонологам загремел. А мы же с пузырем все время вместе, он скучать будет. Ну, не переживай, не переживай, это так, скучает. С нами не соскучишься. Вон у Грека скоро будет конная тренировка, обязательно возьмет. Ну, добро. Давай. Ты еще крепкий старик. Так, я все понял. До завтра. Верунчик, чайку организуй, пожалуйста. Ждите, товарищ генерал. Сергей Васильевич, а это вы куда? Виноват, я думал, совещание закончилось. Закончилось? Ну, мы же с вами так толком и не поговорили. Вы куда спешите? Ребята на пожар выехали. Ну и хорошо. А вы-то что забыли на пожаре? Присаживайтесь. То есть как, я вроде командир? Ну, не вроде, а точно командир. А командир обязан выезжать только на ЧП повышенной сложности. У вас в отряде майор на майоре. А вы с ними нянчитесь, как с ясельной группой, ей-богу. Виноват, товарищ генерал. Вы не обижаетесь. Я просто хотел с вами так, по душам. Скажите, а как вам у нас в Сочи? С отрядом Дронова уживаетесь? Вам не тесно на одной базе? Ну, как говорится, в чесноте, да не в обиде, Борис Евгеньевич. Я только в толк не могу взять. Вроде нехватка кадров в Сочи не наблюдается. Или все равно сил не хватает? Я понимаю, курортный город. Да нет, хватает, справляемся. Но опытных кадров много не бывает. Я думал, наш отряд перевели для усиления. Если же вам было и без нас неплохо, то... Ну, это же не я решаю. Это же Москва решает. Ей виднее. Ну, впрочем,
Если вы недовольны своим переводом, то можете жаловаться. Это кем надо быть, чтобы жаловаться на перевод в Сочи? Вот, и тогда и не жалуйтесь. Просто идите спокойно и работайте. А нянчиться прекращайте. Но если над этими цыплятами кудахтать, из них никогда не вырастут командиры. Есть не кудахтать. Разрешите идти, товарищ генерал? Идите. Давайте поможем. Аккуратно, аккуратно, держи. Что-то он не приходит в себя. Не нравится мне. Лужи туда тащи. Так, у него поврежден позвоночник, я не шейного отдела, видишь? Понял. Зачем, ну, Валентина Павловна? Не знаю, может быть, ты продаешь их кому-нибудь? По две штуки, вот я набогатела, конечно. Или сама пьешь, мало ли, депрессия у тебя. Мне это, Люся, неинтересно. Я отвечаю за все отделение, а ты за этот пост. Таблетки пропадают с твоего поста. Разбирайся! Извините. Ой, простите, добрый день. Здравствуйте, я вот Быков. Так. Быков Владимир Александрович, 6-я палата. Пойдемте, я провожу вас. Спасибо, Люся, я сам найду. У вас без меня забот хватает. Да ну что вы, пациенты не должны из-за моих проблем страдать. Когда такие славные девушки плачут. Что, таблетки у вас воруют? Угу. Второй раз уже. Ну, ничего, я придумаю что-нибудь. А давайте вместе придумывать. Пойдемте. Кто с водой? Пережала, что ли? Да, вон! А? Держи! Держу! Сядь! Ты куда? Саша, я запрещаю! Горячо, собака! Есть вода! Идет! Меня-то куда? Все, работаем! Пацаны, вы здесь? Мы здесь! Давай, отодвигаем! Ага! Ну, вместе! Сейчас! Давай вместе! И раз! Эй, кто живой? Сейчас баллон! Я сейчас баллон передам! Подожди, маску надо достать! Принимайте баллон, маски надевайте! Там другу помоги! А вторую на себя! Лучше, да? Сейчас. Итак, мы с вами находимся у второй двери, которая тоже ведет на склад. И если нам сейчас с вами очень повезет, я смогу ее хоть чуть-чуть приоткрыть, то мы с вами увидим, как спасатели работают в самом эпицентре пожара. Что ж, пожелайте мне удачи.
Какого черта? Вот так спасатели приходят на помощь в самый нужный момент и рискуют собой, спасая жизнь даже таким идиоткам, как я. Запомните, люди, и постарайтесь не быть идиотами. Ты вообще больная, да? Ну ладно тебе. Прости. У них проси. Там люди внутри, а ты сквозняк впускаешь. Там сейчас все обрушится, надо фиксировать. А ты сможешь поднять, я стеллажи подобру. Давай, я сейчас. Давай, давай. Соня, заливай. Я за ними, принимай, я вытаскиваю. Баллон! Здесь баллон! Баллон газовый! Юля, я прошу тебя, уходи! Там баллон у стены рванет! Ага, сейчас! Уходим! Где назад, уже там двина! Отвратительно. Запустили себя. Да у меня было вроде все неплохо до вчерашнего приступа. У вас была пневмония и заражение крови 10 лет назад. Вы с таким диагнозом должны были каждый год планово ложиться. А вы довели себя до хронического обструктивного бронхита. Вы даже в ус не дуете. Почему ж не дую, Марина Ивановна? Да вот вы плохо дуете. Потому что с такими легкими вам и дуть там нечем. У вас был трудный день? День? Как день. Главное, чтобы у вас он был нетрудный. Полный покой. Ингаляции 3 раза в день. По коридорам не шатайтесь. У нас, конечно, тут инфекции нет, но мало ли вам сейчас этого не надо совсем. Конечно. Спасибо вам, Марьяна Ивановна. Да, через 3 дня вводим массаж и ЛФК. Вечером сегодня зайдите, пожалуйста, на пост за лекарствами. У вас должно быть 3 таблетки. Вы слышите? 3. Да, если вам положат больше или меньше, обязательно просите проверить, потому что там Люся у нее вечно что. Че, ранен? Сам вылезти сможешь? Да. Все, давай лезь, я подстрахую. Баллон прими. Тихо, 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 аккуратно. Доктор, ваш клиент принимает. Толя, Толик, он жив? Тихо. Что это у него? Детонька, тихо, все будет хорошо. В больницу приходите. Ты ранен, нет? Нет. А чего не вылезаешь? Не могу. Ногой зацепился. Черт. Юль, давай, выходи! Не успел. Есть! Есть! Где наши? Майор и капитан там еще. Меня выгнали, там газовый баллон. Газовый баллон? Черт! Все, балди! Юля, уходи! Уходи быстро!
Господи, боже мой! Все время мне в нервы треплете! Товарищ подполковник, они неуправляемы! Я в курсе! Стоит, ты что, генерал отпустил? Да, отпустил, поздно отпустил. Не успел вышить, звонки, пожар, взрывы. Вот рванул. И на минуту нельзя вас оставить, а? Учитесь! Бегом марш! А так молочули. За мной. Спасибо вам, правда, я... Да, не за что, не за что. Пойдемте прыгку. Ну что, купаться пойдем? Да, сейчас старая скорая приедет, вместе пойдем купаться на пляжку. Так вы думаете, это кто-то из врачей таблетки берет? Ну, а пациентам они зачем? Им и так эти антидепрессанты выдадут, если надо. Получается, у кого-то из врачей депрессия, и он это скрывает. Я таблетки на стойку больше не выставляю. Только вон, в шкафу храню. И то, его вообще открыть несложно. Я же ведь тоже иногда отхожу. А вы когда отходите, меня зовите, я покараулю. Так, Быков! Вам тут все правильно выдали? Да. Быстро идите принимать и на ночь под кислород. Бегу, бегу, Марьяна Ивановна. Бегать не надо. Строгий у меня доктор. Ага, еще какой. Ну, вы стараетесь ее не злить? Ну, вы все знаете, кто хочет злиться, найдет на что. Вы еще и психолог. О, это, кстати, идея. Так. Люся, вы расскажите всем по секрету, что я психолог известный и дорогой. И если у кого депрессия, он захочет тайно со мной проконсультироваться. Ну, так его и вычислим. Обязательно. Кто начальство? Я давно здесь. Ты хозяин? Нет, что вы. Я директор. Погодин Виктор Алексеевич. А владельца сейчас нет в городе. Ну, на нет и сюда нет. А на вас есть. Быть может, объясните, почему у вас на складе взрывоопасные вещества хранятся в ненадлежащем виде, а? Какие такие вещества? У нас ничего подобного. Ну, динамит, например, не завалялся? Вы надо мной издеваетесь, что ли? Гореть, да? На любом складе найдется, чему сгореть. Ну, чтобы взрыв? Слушай, мужик, а ты иди сейчас, посмотри на свой склад, а? Там же все разворочено. Виктор Алексеевич обязательно посмотрит. А на данный момент я хотел бы посмотреть на накладные. А вот это уже не ваша компетенция. Этим займутся эксперты. Им я все необходимую документацию предоставлю. А вам, как говорится, большое человеческое. Так, это все есть? Давай. Ага. Ё-моё, ничего себе. Красиво. Он сам, что ли, поехал? Да похоже, что сам. Чёрт. Что тут случилось? Ручник был не затянут. Подожди, ты же его перегоняла. Да, но я затягивала. Точно? Хорошо, это помнишь, Соня. Ну да. Ну а как, даже если бы... Он бы раньше тогда поехал. Ну да, звучит логично. Может, сам ручник старый, он не держится все. Соня! Реально, он бы раньше поехал. Только если бы кто-то его не толкнул. Смотри, тут мандарины, печенье, сыр и... Ты бы еще пельмени принесла. Ань, ну куда? Меня завтра выпишут. А тут еще йогурт. Анька, привет. Ой, Толик, а тебе разрешили вставать? Угу. Йогурт будешь? Нет. А пельмени? Спасибо. Угу.
Вот Бука, а ты меня так кормил, когда я маленькая была. На. Давай. На, сейчас. Сидеть, лежать. Молодец. Я поставила на ручник. Поставила, я же помню. Ну, конечно, поставила. Просто грузовик старый был, а ручник разболтанный. Нет. Сонь, ну вот у меня 100 раз так было. Вот вроде все сделал правильно, а в итоге виноват. Ну ты не мучь себя, правда. Ну там нормальный был ручник. Я затянула. А на передачу поставила? Да. Да? Игорь, вот тебе обязательно надо сделать так, чтобы она себя виноватой чувствовала, да? Плевать. Стажер, ко мне? Ко мне, ко мне, ко мне. Молодец. Молодец. Соня, ну ты правда его не слушай. Сидеть. Ты лучше домой езжай, как и все. А если за тобой никто не приедет, то я могу тебя подвезти, если ты хочешь. Спасибо, Вить. Ты хороший. Ну что, пошли, стажер. Пошли, пошли. Ты идешь? Да. Вперед. Привет. Привет. О, как вкусно пахнет. Чё? Дымом не пахнешь. Я по радио слышала, где-то сильный пожар. А, да. Склад горел. Но я не поехал. А ты волновалась? Как всегда. Ну и зря. Тебе давно пора привыкнуть к моей профессии. А тебе давно пора ее поменять. А, интересно, на что? Куда мне? Ух ты! В охранники? Ну, почему в охранники? В начальники. Тебе Ежов уже 100 раз место управления предлагал. И что я там буду делать? Управлять? Командовать. То же самое, что и тут, только более масштабно. Не, я лучше здесь, среди молодежи, а в управлении я состарюсь за 3 дня. А мне нельзя, у меня жена молодая. Валер, давай разведемся. Разведемся. Вот так, да? Прожили 8 лет и хорош? А это почему? Что? Потому что я старый или потому что я в начальнике не выбился? Да нет, ничего, ты не старый. Тогда почему? У тебя кто-то есть? Да перестань, Валер. Ну, мы... У нас, понимаешь, у нас давно нет ничего общего. Мы не семья. Как? Если ты о детях, ну, давай. Просто мне казалось, что ты не очень хочешь, но если ты... Господи, давай. Валер, да нет! Ну, ничего ты не понимаешь! Чайку? Угу. А, я кофе. Ты что там ищешь, милый? Пряники где-то были, я же покупал. Так вон, я положила на столе. А. Это что? Положи, пожалуйста, где взял. Юль, ты где это нашла? На складе? Это улика. Угу. Почему ты прячешь вообще? На всякий случай. Вообще такая привычка. Я отдам потом Гирееву. Почему сразу не отдала? Или ты думаешь, что это все не просто так? А? Этот грузовик? Саш, не нагнетай. Я не нагнетаю. Нет, я нагнетаю.
Мы зачем в Сочи приехали? Так... Почему? У тебя новое задание? Или, может быть, старое? Может, ты китайца ищешь? Ну, чего ты так сразу напрягся? Ну, смотри, я здесь. С тобой. Некому ревновать. Я не ревную. Просто за тебя боюсь. Юль. Моя радость. Давай, поднимай уже радость. А то сейчас наши узнают, что я здесь один хозяйничаю, башку снесу. Поболтайтесь, надрусь с полчасика и назад. Ваши спят без задних ног. Везуха им. Давай, хавчик. Держи. Ну чё, поехали. От винта!
Он столько нервов сожрал у вас, этот завод. Продали, радуйтесь. Так мне теперь нервы тратить некуда. Одна радость осталась. Нет, правда, я так жить не привыкла. У меня дело-то теперь только вот вам помогать. Да Сережу с ночной смены встречать. Ну вот родится ребеночек. Будет на кого нервы тратить. Это точно. К другим новостям. Совершилось расследование Ого. Крупного пожара. Это же склад, на котором мы работали. Напомним, что пожар возник на большом складе, принадлежащем известному бизнесмену Сережа, Ивану Будилову. Сережа, тут ваш склад Трое показывают. Сотрудников склада получили травмы разной степени тяжести. Очевидцы сообщают, что несколько сотрудников успели самостоятельно выбраться из горящего здания. Но о, это же они из моего репортажа взяли. Ага, репортаж. Сотрудники склада также рассказали, что возгорание произошло в помещении, где установлены стеллажные конструкции для хранения. 20 тысяч просмотров, между прочим. Да тихо вы! Дайте послушать. Экспертиза установила, что причиной пожара стал несчастный случай. Чего-чего? Репортаж Инны Кольцовой. Мы решили спросить о причинах этой трагедии владельца сгоревшего склада, господина Будилова. Ну, я бы не стал называть это трагедией. Все-таки люди живы, это главное. То есть вы считаете, что это не был поджог? Нет, ну формально, конечно, это был именно поджог. Водитель погрузчика нарушил правила техники безопасности и курил на рабочем месте. Но злого умысла в его действиях не было. Я правильно понимаю, что непогашенная сигарета упала на что-то горючее? На картонную коробку. Эксперты нашли очаг возгорания. Ситуацию комментирует управляющий директор склада Виктор Погодин. А именно в той части склада у нас находилась партия груза в картонных коробках. Они воспламенились, огонь перекинулся на банки с краской и пошло-поехало. А подскажите, уже понятно, какова сумма ущерба и будет ли она взыскана с водителя погрузчика? Ну что вы говорите, человек находится в больнице, в тяжелом состоянии, у него семья. Я не буду ничего с него взыскивать. Более того, я оплачу ему лечение. Человек так поплатился за свои ошибки. Это большая редкость, когда наши бизнесмены думают больше о людях, а не о деньгах. О людях он думает, сволота, гнида, подлюга. Да я не понял, какой окурок. Там взрыв был. Стеллажи все попадали. Да они ж вообще купили этих всех экспертов. Да стопудово, цирк устроили. Ничего, я покажу им картонную коробку. Сережа, ну зачем тебе туда влезать? Ну вы спасли людей, хватит. Я никого не спасал. А вот мои ребята этого мужика выковыривали, а сейчас на него хотят какой-то окурок повесить. Черта лысого, я буду молчать. Правильно, Сергей Саидович. Правильно, я тоже молчать не буду. Я вообще могу целое расследование провернуть. Так, ладно. Расследование. Никакого расследования. Сейчас пойду к генералу Ежову, все ему доложу. Ничего, прищемим хвост этому Чудилову. Будилову. Тем более. Он типа у нас местный олигарх. Маша, дай, пожалуйста, мне еще раз твой репортаж посмотреть. Да, конечно. О, уже 22 тысячи просмотров, между прочим. Ну а что, смену я сдал, я свободный человек. Сейчас переоденусь и к генералу. Сережа, ну куда спешить? Ты ночь не спал. И что? Не хочу я спать. И не буду я спать. Ну хорошо, не хочешь спать, пойдем погуляем. Но тебе надо успокоиться. На таком нерве к начальству не ходят. Да, насчет нервов это, конечно, правильно. К начальству нужно идти с уликами. Есть у нас улики? Там улик целый склад. После пожара улик не осталось. А где Маша? Она ж там вроде как снимала. Маша, ты где? Что шумим? Ну что, они ждали? О, Костян, наконец-то доехал. О, как приятно, когда тебя ждут. Ну, здорово. Привет. Привет. Ну, знакомьтесь. Константин. Дима. Давай быстрее, там девчонки подходящие идут. Где? Вон, смотри. А давай я тогда вот так выйду. Ты еще голым пробеги. Ты пранкер или эксгибиционист? На, вот лучше. Еще. О, вот так. Ну что, как я? Страшный? Ну, без маски страшнее. Смотри, я пошел на точку, ты пока подожди.
Ага. Чтобы они прошли. И выпрыгивай. Чтобы они вперед побежали, не назад. Да, понял? Все, я понял, понял. Давай, не в первый раз. Иди. Ладно. Эдик. Эдик, Эдик, а что это такое? Мы же домой ехали, Эдик. Опа. Мы еще рассвет проспали. Ну и ладно. Я Кать хотел, чтобы наше первое семейное утро началось красиво. Но мы типа птицы на седьмом небе отчасти, а там на холме наше гнездо. Эдик, Эдик, какое гнездо? Ты куда меня затащил? Я не понял, откуда море-то? Мы же на тросе поднялись. Эдичка, Эдичка, на каком тросе? Пожалуйста, давай вернемся домой, да пожалуйста. Катюнь, конечно, вернемся. Ну, смотри, красиво же. Красиво. Красиво, ага. Красиво. Катя, Катя. Господи. Больно. Эдик, зачем? Зачем ты это, а? Ничего же страшного. Ты чего? Так, ничего страшного. Там вода внизу. Так это лучше, чем земля? Черт, никак не становится. Чем? Тем лучше, а? Катя. Мы утонем. Катя, ты воды боишься? Ай! Я просто, когда была маленькая, чуть не утонула. Обалдеть. А я думал, почему ты каждый раз отмазу ищешь, чтобы на лодке самой не выходить в море. И на пляж не идешь. Обгорю, обгорю. Ты врала мне, да? Эдик, не злись, пожалуйста. Да я не злюсь. Зачем врать-то было? Просто у тебя в семье все моряки. Тут я такая. Я думала, ты меня бросишь. Ну ладно. Все, не реви. Мы сейчас спасателей вызовем. Что у вас случилось? Здрасте, а нас на воздушном шаре в море унесло. Значит, вы над морем, вы достаточно далеко от берега. И сейчас мы установим ваше местоположение и отправим к вам отряд. Семечкина, а что ты делаешь? У тебя ж пупок порвется. Ну ты не переживай. К нам наш врач приехал. Зашьет меня, если что. Доктор у вас солидный. Да, Прохоров отличный мужик. Спасатель крутой и спокойный, как слон. Главное, чтобы от грузовика мог увернуться. Сань, ты его не слушай. Игорь тебя нарочно выводит. Влюбился, наверное. Семечкин, ты что ли влюбился? Я уж думал, не дождусь. Давай бери дамы сердце и грузите снарягу в катер. Едем воздушный шарик ловить. Есть! Давай быстрее, заодно и доктора нашего покатаем. А нормальные люди вам там не нужны? Да пригодились бы. Только где же их взять-то нормальных? Товарищ майор, а возьмите Игоря. Он правда классный спасатель. Ну, бегом посмотрим. Есть. Дим, хотел тебя спросить. Рыбовать будете, товарищ майор? Куда? Ну, говорят, что у нас агент 007. Кто говорит? Имена, фамилия? Ладно, шучу. Скажи, пожалуйста, у ворот склада ты был в тот день, когда грузовик поехал? Ну, да. Ты никого там не видел? Рядом со мной? Ну, или рядом с грузовиком? Да, вроде нет. Сначала Соня была, но она потом ушла. Куда? Да не знаю. Вы что думаете, он не случайно покатил? Да не знаю. Ну ладно, я пошла. Да, на
хорошей высоте идут ребятки. Может, отпустим, пускай до Турции летят, там снимут. Ага, наши погранцы их быстрее снимут, методом пятачка. А я всегда мечтал на шаре покататься. А чего ж не полетал? Страшно? Дорого. А я каталась не так давно. Вот, Семечкин, женись. Невеста, видать, богатая, покатает тебя. Ничего не богатая. Я и сам Соню могу покатать, если что. Серьезно, Соня, если хочешь, я могу... Спасибо, Вить, мне второй раз как-то ни к чему. Да ладно тебе, Кружко, не ломайся. Семечкин, он уже почку продал. Касацкий, я смотрю, тебе поболтать хочется. На, звони потерпевшим, с ними болтай. Ага, уж они твой тонкий юмор оценят наверняка. Да это Игорь с самого утра решил о моем здоровье побеспокоиться. Алло, Эдуард? Это МЧС, мы здесь уже. Слушайте, у него кровь не остановилась до конца. Все идет и идет. Мы остановим, не волнуйтесь. Но вам надо бы снижаться потихоньку. Не надо. В смысле не надо? Да надо, надо. Я только не знаю, как. Там вентиль должен быть. Поверните, чтобы горелку выключить. Тут вообще заполыхало все, как на ракете. Так в другую сторону крутить надо. Вы же на Луну не планируете. Эдик, пожалуйста, давай лучше на Луну. Юль, ты домой? Да нет, хотела к пожарным сходить. Тихо, может, тихо. Они что-то видели на складе, что? Сашка сказал, что у тебя что-то есть. Сашка, Сашка. Находка для шпиона. Лика у меня есть. Не могу сказать, какая, надо ее проверить. Че ты опять химичишь? По твоей наводке в Сочи нас перевели. Юля, это не по-товарищески. Технофорум тут скоро пройдет. Техно что? Выставка международная. А, достижения народного хозяйства? Науки и техники. На ней презентуют новый двигатель. Водородный. Ну и? Ну и мы предполагаем, что китайцы этой штуковиной более интересуются. Китаец. Уж не тот ли китаец, который нас чуть на Волге не взорвал? И на которого Мусоргский работал чуть. Тут это вы про что опять? Про Мусоргского? Да ну нет, просто воспоминания нахлынули. Ну что, куда пойдем, пройдемся? Вроде по набережной. Да. Сейчас только переоденусь. Хорошо. Я отойду на 10 минут, хорошо? Люся, не волнуйтесь, я здесь подежурю, мышь не пролетит. Только, пожалуйста, смотрите за шкафом, ладно? Понял, понял. Давайте я на всякий случай здесь свой телефон поставлю и камеру включу, чтобы наверняка. Хорошо, спасибо. Там спустится, если газ не поддавать. Да такими темпами они еще час будут спускаться. А там у девочки кровь идет. Клапан включи! Там над вами веревка должна быть! Потяните за нее! Клапан откроется! Горячий воздух выйдет, шар сам опустится! Видите веревку? Вижу! Тяну, ничего не получается! Да в смысле не получается? Сильнее тяните! Слушайте, я ее оторвал. Она там наверху, высоко, не достать. Господи, что же с нами теперь будет? Не переживай, Катюнь, разберемся. Возможно, горелка опалила веревку, и она оплавилась. Но не паникуйте там. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Ну и что мы придумаем? Ну, когда придумаем, скажу. Николай, вообще есть предложение. Ну? Давайте я как-нибудь до этого троса допрыгну, а потом как-нибудь на руках доберусь до этого клапана. Сомнительное предприятие, конечно, Семечкин. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет. Давай! Давайте лучше я половчее. Нет, Игорь, ты давай за руль и удерживай катер под веревкой. А мы все на корму, нос выше поднимем. Есть. Готов, Семечкин? Ага. Игорь, катер ровно держи, удерживай! Давай, Семечкин. Рано, Семечкин! Рано, рано! Давай!
цел, он цел. Смотри, как гребет. Налет был неудачный. Я кое-что придумал. Из веревки оборваны. Можно ступени связать. А к чему ты веревки привяжешь? Тросом подвески. Я по ним заберусь до купола. Дерну за веревку. Клапаны откроются. Слушай, парень, идея хорошая, но очень рисковая. Ничего не делай, а то сорвешься. Не дай бог. Ты что сорвусь-то? Я моряк. Эдик, пожалуйста, не надо, они правы. Катюш, это работа моя. Узлы вязать. Да по мачтам лазить. Ну какие мачты на баркасе твоем, Эдик, перестань. А Хапкин, вы кого сейчас берете? А, Игнатова. Как у вас сегодня? Забито? Мне нужно еще одного массаж поставить с астмой. Не надо мне глазами буравить. Найдите полчаса. Обвалитка! Эх, семечки, семечки! Эдик, слезь, не могу на тебя смотреть! Ну не смотри! Ты же воды боишься, а не высоты! Надо никуда лезть! Жену слушай! Да ладно, пусть попробует. А ты его будешь потом по винтикам собирать. Ну почему сразу по винтикам? Может, он ловкий парень, в отличие от некоторых. Косацкий, это ведь ты нарочно вильнул. Ну, чего? Ты вильнул, чтобы я не допрыгнул. Ты сейчас опять купаться пойдешь, слышишь меня? Парни, хватит собачиться. Надо сейчас думать другие варианты. Я понимаю, что тебе плевать на мое мнение. В конце концов, кто я тебе такая? Даже не жена. Да брось, что ты такое говоришь? Ты моя жена. Ну, почти. Ты мать моего ребенка. И никогда не плевал на твое мнение. В общем, я считаю, что тебе не надо лезть в эти местные разборки. Мусорский, помнишь, тебя чуть не закрыл. Это я, дурак, тогда виноват. Сам подставился. А сейчас поумнел? Да. Я почти отец. Поэтому нужно делать все аккуратненько и спокойненько, без психов. Мужик! Сережа, не надо! Мужик, ты чего, не бей! Мы же пошутили! Сережа, подожди, мне нельзя бегать! Сережа! Ты в воду упадешь и утонешь. С чего мне тонуть-то, если бы не истерила? Давно бы уже спрыгнули и все дела. Страшно все-таки. Да, парень отчаянный. Да ладно, он моряк. Моряк. Не рухнул бы этот моряк. Типун тебе. Сейчас я тебя... Ногу сломал! Это я во всем виновата! Тихо, милая! Никто не виноват! Крови нет? У меня? У тебя есть, я знаю! А у мужа? Тихо! Ну, вроде нет! Это хорошо! Значит, перелом закрытый! Скоро мы к вам поднимемся! Поднимемся. Как подниматься-то будем? Да как хочешь! И так минус две ноги. Сейчас до рук дойдет. Николай, слушайте, а если я вам на плечи встану, то я до веревки-то дотянусь. Ну, мысль хорошая. У Семечкина в принципе много хороших мыслей, только вон исполнение хромает. Давайте я на этот раз. Нет, Игорь, ты слишком здоровый. Не удержишься на качке. Нужен кто-то пошустрее и покомпактнее. Сонька, давай ты. Я? Боишься? По-хорошему, надо бы мне туда. Нет, я не боюсь, я готова. Тогда подожди. На, меднабор возьми. То есть рекомендации лечащего врача для вас пустой звук, правильно я поняла?
Ну что вы, Мариночка, я только на минуту вышел. Вам было сказано сидеть в палате. Вы ингаляцию когда последний раз делали? Ну-ка, марш. Бегу. Бегать не надо. Как скажете, Мариночка. Только вы на меня, пожалуйста, ну не сердитесь. Если на каждого пациента обижаться, то... Владимир Александрович, знаете ли, я в курсе, что вы психоаналитик. Но сейчас вы здесь на лечении, вы не на работе. И меня лечить не надо. Не надо! Семечки, не подкачай! Держи катер ровно! Готово? Ага. Давай. Вы море, скажите, чтобы не качало. Молодец, так держать. Соня, готова? Да. Пошла. Ах ты! Ну-ка, слезай, мартышка. Зачем? Премию Дарвина буду вручать. Вы его не убивайте, пожалуйста. Я что, похож на бандита? Или, может быть, я, сбитая в руках, людей пугаю? Ну что, шуток, что ли, не понимаете? Я нет. А полиция понимает. Ну-ка, давай, слезай! Ага, ща! Лёнь, ты дальше-то не лезь! А ну, отставить! Отставить! Сейчас как тресну! Серёжа, не бей его, пошли! Да нужен он мне, бить его! Я тебя прошу! Он и так стукнутый на всю голову! Лёнь, ты слышал, они тебя бить не будут! Давай, спускайся! Да не могу я! Боюсь! Новое дело! Меня! Разбиться боюсь! Да Сережа, он же спасатель! Он вам поможет! Слезайте! Сережа. Да уж! Котов с деревьев снимал, а гаматрилов нет! Сережа! Не приходилось! Так а чё? Залезли. Да не так уж и высоко. Простите. Мы что, уже над водой, да? А, ну нет. До воды еще как до луны. Ага. Потерпите немножко, я скоро помогу. Пожалуйста. Кать, не мешай. Все, молчу. Это как это он? Ну как вы? Не устали? Нет, нормально. Я так еще долго могу. А, вот они. Ну вызови бы машину пожарную с лестницы. Пока этого дурака спасала бы пожарная машина, где-то горели бы люди. А если он мне его продырявит? У меня раньше только детишки прыгали. А он и есть дитя малое. По интеллекту лет 5. С такой высоты. А вдруг его батут наружу выбросит? Это дело. Отойди, Зоя, пожалуйста. Пока. Хорошо. Давай, прыгай! Да вы чего? Страшно же! До веревки не достала,
Вы там решайте, а я пока жгут наложу. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка. Смотри, силища какая, нечеловеческая. Игорь, да брось ты, тут даже лебедкой не утянешь. Отпусти, я сказал. А если Соня распорит полотно шара, он же тогда сам опустится? Снизу распорит, горячий воздух все равно наверху. Николай, давайте я все-таки попробую добраться, а там Соне помогу до клапана залезть. Отставить, Семечкин. Нам на сегодня травмированных достаточно. Что вы делаете? Порчу красивую вещь. Сейчас я тебя собью, как... Все. Раз. Я понял! Два! Я прыгаю! Хватит скакать! Давай слезай! Спасибо вам! Правда, спасибо! Не за что, обращайся. А может, полиции не надо, а? Может, и не надо. А вот батут на место отнести надо. Да. Держите. Нам чужого не нужно. Ну что? А вы нам поможете? Что? Нет, не поможет. У него спина больная. Да. Пошли, Сережа. Пойдем. Изучим мы с вами, ребятки. Через полчаса усиление ветра. Значит, ждать нельзя. Ну, а я о чем? Семечка, ты куда? Тот неугомонный-то, а? Тьфу ты! Соня, рыцарь к тебе ползет! Вить, держись! Чуть-чуть осталось. Все нормально. Руку давай, рыцарь. Ну что, дракона убил? Зачем убивать? На базу его возьмем, стажером. О, ты шину наложила. Молодец. Ну, как смогла. Значит, Сонь, давай сначала, в общем, ты на меня залезешь. В смысле, по мне. Поняла я, давай. Тебе же там чуть не хватило. Залезем, я тебя подстрахую. Только ты не бойся, хорошо? А чего тут бояться? Ребята, на сторону вас. Николай, вы не волнуйтесь. Работаем, все под контролем. Принял. Не торопись, Вить, ладно? Спокойно работайте. Да, вы уж, пожалуйста, мы никуда не спешим. Да вы не беспокойтесь, мы отдыхаем, катаемся. Ну, погнали. Я не боюсь. А что, Эдик, больно? Я... Сейчас мы уже скоро. Ты меня прости. Дебильный сюрприз получился. Ну, почему? Очень даже весело. А, смелее. Чуть-чуть. Ага.
молодец. Что-то быстро он пошел. Давай прыгать. Держи катер ровнее. Игорь, дай чуть-чуть вперед. Помалу, помалу, помалу. Вот. Тяни, 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 тяни. Кость, давай, сейчас я возьму. Давайте помогу. Идет. Зеленая сама пойдет. Игорь, цепляй. Отлично. Стропы надо резать, мужики. А то сейчас шарик воды наберет, и будет у нас не лодка, а подлодка. Ну, с прибытием. Ну все, молодежь, приехали. Как вы тут? Ходим. Ой, Эдик. Тихо, тихо, аккуратно. Мы на лодочке. Ох, это не лодочка, а целый круизный лайнер. Опа, осторожно. Вот, вот. Ой, осторожно, осторожно. Аккуратненько. Костя, осмотришь ногу? Да, конечно. Давай, давай, давай. А он вышел. Давай. За шею меня обхвати. За шею, за шею, за шею. Тихо, 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 тихо. Держись. Там можешь? А, давай. Тихо, тихо, тихо. Давайте, выбирайте. Давай, давай, давай. Отлично. Давай туда. Давай, Сережа. Хорошо поработали. Молодцы. Дай сумку мою. Да, Сережа. Ну что, я же тебя защищал и нашего малыша. Я знаю. Но с таким железным самообладанием тебе лучше к Ежову не ходить. Ладно, не пойду. Правда? Правда. Что-то ты какой-то покладистый вдруг. Подозрительно. Я к Ежову не пойду, пока доказательств не найду. Ага, вот понятно. Ладно, Кружко, признаю. Ты сегодня на высоте. Во всех смыслах. Спасибо. Вон, смотри, вон Пашка. Наверное, волновался за нас. Да что-то не особо. Ну почему же? Вон как скачет. Видимо, от полноты чувств. А может, мочевого пузыря? Ну, слава богу, я вас еле нашел. А ты искал, да? Что ж не позвонил? Ну, я увидел, что трос оборванный, набрал МЧС, а мне сказали, что вы уже едете. Да. Проснулся, а шара нет, да, Паш? Да. Опа, отлично. А что это у вас с ногами такое? Ну, ты серьезно? Нас в небо запустил и уснул? А ты думаешь, он ради нас тут скакал? Неужели ради нас? Нет, ему кореша за шар голову оторву. Зря ты так, Эдь! Ну вот, отлично. Забирайте свою мандулу, а то мы не знаем, что с ней делать. Вот вам корзиночка для грибов. А шар, он большой, найдете. Там веревочка от клапана была обожжена. Знаешь, почему? Не. То, что тот шар неправильно разложил. Ничего, научится, если найдет. Ведь надо же, у них у обоих левые ноги травмированы. Да потому что муж и жена одна сатана. Алло, слушай.
Владимир Александрович, извините, я телефон принесла, не могла раньше отойти. А ничего, спасибо, Люсенька. Ну, как дела? 2 таблеток в пузырьке не досчиталось. Ну, как? Может, когда меня Марьяна-то погнала, вор и подсуетился? Давайте же видео посмотрим. Давайте. Это бланк слетел со стойки. Я когда подошла, ваш телефон так и стоял, прикрытый листком. Что так это бланк взял сам, слетел, что? Ну, сквозняк. А, или вы думаете, это Марьяна? А может, она вас нарочно выгнала? Не знаю. Там еще массажист проходил огромный такой. Так. Разговоры, беседы, мы ингаляции не делаем, да? Делаем, все уже включаю Мариночку Ивановну. Люся, брысь отсюда. Владимир Александрович, вот вы мне скажите одно. Вы нормально будете лечиться или нет? Марьяна Ивановна, а чего домой-то не идете? Рабочий день закончился уже. Я же не могу уйти вот из-за таких, как вы, пациентов. Вы не хотите. Дома-то, небось, пусто. Покричать не на кого. А тут хоть какая-то жизнь. Марьяночка! Психоанализ – дело тонкое. Так, мужики, если вы над нами ржете, мы будем серьезно с вами разговаривать. Не пугай, нас уже ничем не напугаешь. Мы тут фильм ужасов смотрим про Гиреева. Так а чего? Саид же поехал с Ежовым проблемы решать. Так вот, уже разобрался, похоже, смотри. Сейчас я тебя. Иди сюда! Ой, хороший командир у вас. У нас весь отряд такой, Игорь. Товарищ майор. Моя смена закончилась. Разрешите идти? Ты еще здесь? Где моя бита? Ой, я тоже пойду переоденусь. Может, не надо? Тебе даже идет? Давай еще раз. О, пошел такой. Иди сюда. Вот здесь вот была выбоина, а? От взрыва? Да. А теперь ничего нет. А следы от пожара оставили. Соображают? И что, нам теперь ничего не светит? А что Грек говорил про какую-то улику? Да я осколок здесь нашла от баллона. А на нем буква «Не». Это какой-то газ. Это уже хлеб. Да так себе хлеб. Мы теперь доказать не сможем, что осколок отсюда. Что теперь делать? Будем выяснять, что за баллоны, что за газ. Варя, я подумал, квартиру эту тебе оставить. Сам пока поживу на базе. Слышишь, я говорю, решил квартиру тебе оставить, а сам пока... Ух ты. Прощальный ужин. Валер.
Прости меня, пожалуйста. Не знаю, видно, осень скоро. Ну, что-то на меня такое нашло. Нормально на тебя нашло. И что же ты, каждую осень со мной разводиться будешь? Ну нет, конечно. Просто как-то накопилось, навалилось. Депресняк какой-то. Забудь, ладно? Садись есть. Куда? Что? Хитро. Просто представила, как я без тебя, одна. В общем, не смогла себе этого представить. Варь, я понимаю, ты не хочешь одна, но это не решение вопроса. Тебе же плохо, ты несчастна, ты говоришь, у нас не семья. Ну, семья, конечно. Валер, пожалуйста, ну, забудь. Вот ешь вот салат, твой любимый. Забудь, ну легко сказать, забудь. Если есть проблема, ее надо решать. Давай, давай ребеночка родим. Хочешь? Роди. Блин, я серьезно. Слушай, ну одного же моего желания недостаточно. Я же знаю, что никогда не хотел детей. Мало ли, что я не хотел. Раньше не хотел, сейчас ну, я возьму и захочу. Ну да, потом ты меня разлюбишь и бросишь меня одну с ребенком. Поэтому ты решила меня бросить сама, превентивно. Я решила, Валер, никогда тебя не бросать. Не бросай меня, Варя. Ну как я без тебя? Что ищем? Документы на груз. Должны же быть у них какие-то накладные. А то они дураки. Пол заделали, а документы на груз не удалили. Так я в удаленных и буду смотреть. Умно. Ну вот. Что? Накладная на 40 баллонов. Гелия? Ну, понятно. Значит, буквы на осколке были латинские. А при чем тут гелий? Он бы не сгорелся. Гелий нужен для техноформы. Вот черт, действительно, техноформ. Ну, я так и знала, это он. Кто он? Китаец? Ага. Куда? Куда? Что, что, что? Да удаляются файлы. Уходим, все. Окно. Фонари, фонари. Уходим отсюда скорее. Скажи, а что ты говорила про техноформ? Это он, кто он-то? Ну, мужской род, он все правильно. Так, Юля, ты не Юли. Ты думаешь, это китаец оставил баллоны? Я не знаю, кто. Будем выяснять, а выводы делать рано. Прям на все руки шпион. Пожалуйста. Xin chào tất cả các bạn là Từ đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về con chó với quả bóng này nhé.
Các bạn ơi, như vậy là Tử đã tô màu xong bức tranh này rồi đấy. Để cùng Tử tô màu những bức tranh tiếp theo, nhớ nhấn like và ấn đăng ký.